И вновь я вас приветствую. Коротенький репортаж. Специально для Александра. Уверен, он его ждет в ознакомительных целях. Итак, по камням. Вот всем нам уже хорошо известный камень судьбы, который я использую на финишных операциях при доводке клинковых бритв. Вот такой красавчик. Приличного размера, очень твердый. Вот так мы его сейчас ради того, чтобы камни эти сравнить. Я думаю, давайте так. Вот сверхтвердая Томанагура. Вот 30 движений по камню, дабы понять, насколько камень твердый. Итак, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот, что удалось нам за 30 вращательных движений добиться с этого камня. Возьмем тестовый клиночек. Вот, обратите внимание на звук работы по камню. Суспензия есть, она, конечно, еле заметная, но тем не менее. Твердость камня очень хорошо чувствуется. Еще раз, вот он, камень судьбы. А вот новинка сегодняшнего дня под кодовым названием «Камень души». На вот такой деревянной подставке. Камень твердый. Сейчас мы аккуратненько по нему постучим. Где-нибудь с краешку. Так. Те же 30 проходов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ну, значительно большее количество суспензий удалось нам выбить. Естественно, высвобождена она была из камня. Нагура тверже и тверже прилично. И, собственно, аудиофидбэк данного камня. Надо будет мне гораздо сильнее скруглить края. Правда, звук свой подмешивает подставка, это деревянная.
оттормаживает бритва основательно. Ну, я бы охарактеризовал его по твердости как четкую пятерочку, наверное, поскольку камень судьбы это там 100% 5 с двумя плюсами. Итак, вот они красавцы, позволяют варьировать, в общем-то, или точнее сказать, увеличить спектр для работы по разным сталям, если камень судьбы, он лучше будет, наверное, более совершенным для работы по сталям мягким, отталкиваясь от того, что мягкое точится лучше на твердом и наоборот. И камень души, соответственно, на сталях более твердых. Вот сегодня я пуму финишировал на нем, и остается нам пощупать его в работе. На этом вроде бы все. Надолго не прощаемся. Удачного всем вечера и до новых встреч в эфире.